Всем привет! Ну что, сегодня у нас будет Колизей. Многие просят, чтобы я его заснимал. Сейчас посмотрим, что там, и попытаемся опять выбраться в топ. Так, немножко мы его проспали, надо в первые же минуты заходить. Так, у нас сегодня 6 героев. Открываем все. Ремочка есть, еще одна ремочка. Это будет интересно. Так, что по героям? Варлок, череп. Так, значит, делаем так. Раз, два. Так, очень много ремочек у нас, да? Варлок. Так, что тут у нас на варлока можно поставить? Вот так вот. Атакующий талант. А, есть бог войны. Ремка. Тесса. Бог войны. Ремка. Так, ремка. Тут даже можно поставить не бог войны, а жива ремка. Ремка утекание. Так, арташка, дед. Варка, гарпия. Давайте, гарпия. Бог войны. Бог войны. Жива. Так, тут ставим ожива, утекание, ну и ставим деда, ремка и ожива. Поехали, попробуем такой состав. Что-то нахимичил, посмотрим, что у нас получится. Так, первое есть. Смотрим дальше. Второй. БМЖ. Третий. Фокс. Четвертый. Так, император какой-то. Слив. Да, слив. Он с Валькой был. Дос. Опять слив. Опять слив. Расстановка неподходящая у нас. Так. Есть. Решаем дальше. Опять сейчас будет слив. Нет, затащили. Видите, все-таки рандом. Ребята, это все рандом. Red Devil. Тут должны, по идее, затащить. Да, есть. Мы уже третье. Тут однозначно затащили. Уже на первом месте. Идем. Смотрим дальше. Обязательно, ребята, лайк, подписка, делаю все ради вас. Собираю, тестирую разные составы. Так, все, оппонента у нас не осталось. Начались боты. Так, золото. Постараюсь вам заснимать эту рубрику каждый день. И с утра выкидывать, потому что сразу, может и сразу. Так, платина, побежали дальше. Многие спрашивают, почему я выхожу, типа чит, бах, нет, я выхожу, чтобы быстрее бой прошел. Так можно делать, то есть от этого не дают там ни победу, ни поражение, все зависит от того, какой силы у вас пачка. Вот это бот. Вы сразу нажимаете на выход, тем самым экономите время. В принципе, можно сейчас посмотреть, куда нам спешить. Что у нас получится. Как вообще они себя будут показывать таким составом? Кто умирает, кому что-то менять. Смотрим. Вот Варлок с БВшкой
конечно, хреначит, дай боже. Вот они включаются. Неплохо, неплохо, неплохо. А вот посмотрите, какая обратка пришла сразу же. Так, платина. Вот черепу нормально, утекание, ремка сразу включается, Тесси то же самое, Варлок вообще с богом войны трешует. Интересные талантики в этот раз. Так, какой-то Ричи, это уже игрок. Ух ты, как он меня тоже просадил. А череп знаете, с чем у него? Смотрите, как дедушка долбанул, они просто практически не добежали. Череп у него, по-моему, с приговором станет. Ну, у нас тут есть РТшка, который... Не РТшка, а призрачный всадник, который будет восстанавливать, подхиливать героев. Поэтому его череп тут ничего нам не сделает. Так, есть, побежали дальше. 400 мы уже взяли. Основную награду сейчас добьем до 800. Дальше, в принципе, карт нету смысла сливать, лучше уже следующий день заснять. Иван, это тоже бот, к сожалению. Варлок 135. Так, подбегает дед, бам, и все, и никого не осталось. Можно деда тоже с богом войны. Бог войны ремка. Бешеный дамаг. И ставить его первым, чтобы он шатал их всех. Ну, вроде такой состав, ничего так. Это, конечно, донатный состав, но потратить раз в сезон, там, сколько там у нас, 400 или 600 самоцветов, я думаю, это вполне реально возможно, чтобы открыть себе таланты. И тем более тут сейчас сливы у нас не засчитываются, поэтому для получения кулачков это самое то будет. Вот дедушка ударил. Еще разок зарядил. Ну все, череп ничего не может сделать там. Так, 600. Мы уже получили непобедимый. Побежали дальше. Хороший музончик. Вот дед, как видите, как область рандомная наскока. Давай, 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 давай. Есть, зарядил еще разок. 650. Еще 3 боя надо для того, чтобы взять топ. Вот такие вот мне команды больше нравятся, там где куча героев, потому что, честно говоря, зелень это настолько рандом и настолько неинтересно, когда у тебя пачка 6 героев редких, и ты можешь выбрать что-то интересное составить, это намного интересней.
Где, да, как замедляет талантик их, когда срабатывает. Все, есть. Еще два. Напишите в комментах, когда вам выкидывать. Я думаю, в 8 утра такое видео будет нормально. Можно, конечно, вылаживать сразу же его после открытия, но все-таки лучше с 8, думаю, будет, потому что многие спят. До 8 утра можно подождать, там многие... Сейчас многие просто проходят, лучше всего проходить в тот момент, когда мало людей онлайн, но, в принципе, это ночью. Тогда меньше оппонентов будет, у вас больше ботов. Можно и днем проходить, это все рандом. Все зависит еще от того, на какой вы ступени по рангу здесь. У меня, допустим, как видите, никого нету близко, поэтому у меня в основном боты потом выходят. Поэтому есть смысл, если у вас есть карточки, зафармить в первые же минуты на максимум. Хотя сейчас уже сливы не засчитывают, не отбирают у вас звезды, поэтому все, мы взяли непобедимого. Что у нас в гильдии? Видите, сколько людей не участвует. Так, есть. Давайте еще разок посмотрим, какие у нас были талантики. Деда можно собрать по-другому немножко. Поставить, точнее, убрать с гарпии бога войны. Поставить бога войны деду. Убрать тут ремку. Так, тут поставить ремку так. Тут поставить ремочку. А, у нас тут у варлока. Так. Тут поставить вот так вот. Бог войны, ремка, 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 ремка. А тут поставить оживы вот так. Вот такой вариант. А сюда вместо этого Атлантика поставить оживу. Бог войны. У нас осталась одна ожива талантом. Ну, в принципе, можно и без нее. Давайте еще разок тестанем такой состав. Посмотрим. И деда поставим вперед. Посмотрим, как он долбанет сейчас. Если успеет, конечно же. Так, его немножко замедлили. Ну-ну-ну, давай, дедушка. Дарих. Вот он зарядил, зарядил так зарядил. В принципе, все. Пишите обязательно в комментах, когда вам выкидывать видос. Ночью или утром, 8 утра будет нормально, оптимально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. У нас уже архидемон закончился. Максимальная вместимость, как обычно. И пишите, выкидывают ли вам такие видосы. Для бездонатных, возможно, буду снимать после первого дня. Это, в принципе, будет не проблема. Собрать команду без последних, чтобы могли обычные игроки тоже посмотреть на это все. Пишите в комментах. А там уже дальше будем с вами определяться, что делать, кого качать и как трешевать мы будем. Бум, 8-8. Все, подписывайтесь.
Всем пока, всем удачи, первых мест.